2014 и 2022 – знаковые и судьбоносные годы для Украины. 8 лет назад – аннексия России Крыма и оккупация Донбасса. Сегодня – полномасштабное военное вторжение армии РФ. Россия за эти годы стала напоминать пародию на саму себя, и там мало что изменилось в лучшую сторону. А вот с Украиной совсем другая история. Наверняка многие видят, что Украина 2022 очень сильно отличается от Украины 2014. В чем же отличие главное, что позволяет украинцам держать удары, несмотря на то, что путинский режим обрушил на Киев, Харьков и другие украинские города огромную военную мощь? Украинский писатель, блогер Павел Бондаренко, Павло Правый, не понаслышке знает о событиях на востоке Украины. До лета 2014-го он жил в Луганске и был вынужден уехать, когда город попал в оккупацию. Но войну он видел собственными глазами. По его мнению, 8 лет назад украинцам было сложнее идентифицировать настоящего врага, поскольку тот тщательно маскировался. В 2014 году Россия начала именно гибридную войну. Незаконные вооруженные формирования противника, хотя курировались и наполнялись россиянами, но при этом во многом состояли из завербованных жителей Украины. Борьба с такими формированиями является функцией не армии, а правоохранительных органов, поскольку предполагает полицейские меры, выявление агентуры и возможных боевиков среди населения, информационную войну, контрразведку и так далее. А у нас внутренние войска разогнали и с 14 марта 2014 года начали формировать Нацгвардию. На это нужно время, средства и кадры, подчеркивает эксперт. Павел Бондаренко приводит в пример гибель генерала Нацгвардии Кульчицкого, что красноречиво указывает на состояние этой структуры весной-летом 2014 года. Не должен начальник такого ранга опускаться в командование на тактическом уровне. Но у него выхода не было. Войска не боеспособны. Кстати, подобная проблема обнаружилась сейчас и у врага. Именно из-за этого погибает много российских генералов. Второй важной причиной неудач Украины в то время, по мнению луганского писателя, было колоссальное количество агентов Кремля среди командиров среднего и высшего звена. В результате этого враг практически полностью уничтожил агентуру разведки как по линии СБУ, так и по линии ВСУ. «Представьте, что вы боксируете с завязанными глазами, с противником, который все видит», — говорит Павел. Он добавляет, что весной 2014 года армия Украины практически отсутствовала. Там было всего несколько тысяч боеспособных штыков, преимущественно спецназа. Это очень мало. Кроме того, среди них был довольно высокий процент лояльного к РФ офицерского корпуса. Еще одна причина неудачи — абсолютное отсутствие логистики. Когда пытались окружать Луганск, боекомплекты для передовых подразделений возили за 70-80 километров, причем не колоннами под охрану, а отдельными машинами. Автотранспорта не было. К слову, пехоту на школьных автобусах возили. Сам видел. Подчеркивает эксперт. Сейчас же эти показатели удалось во многом исправить. Еще один важный фактор, который констатировал Павел Бондаренко, основываясь на личных разговорах со служившими тогда офицерами, крайне низкая мотивация. Солдаты и офицеры морально не были готовы стрелять в россиян. На боеспособности отразилась и неопытность командиров всех уровней – тактического, оперативного и стратегического. Только единицы имели тогда опыт миротворческих миссий. Но миротворчество – это не военные действия. В то же время противник задействовал подразделения, которые имели боевой опыт в Чечне, Грузии, Сирии и так далее. Сейчас побеждаем за счет того, что 8 лет учились. Медленно, но уверенно. Перенимали опыт других и сами что-то придумывали. Командиры взводов становились командирами рот и батальонов, а боевые полковники – генералами. Приобретали опыт. Муженко образца 2022 года – это не Муженко 2014, а Залужный в 2015 году с отчаяния с автоматом в атаку бегал. Сейчас это один из самых крутых стратегов мирового уровня. Сапко, Марченко, Шаптала, Сырский – все это птенцы гнезда Порошенко, которому отдадим должное. Он сделал титаническую работу по восстановлению ВСУ. Взгляните на украинских генералов – молодых, подтянутых, крутых. И посмотрите на пузатых русских. Разницу даже гражданский человек увидит, подчеркивает эксперт. И самое главное, по его мнению, мотивация. Путинисты разбудили в украинцах казацкий дух.
Украинцы всегда умели воевать. Лучшие полки, офицерские составы российской императорской армии и советской армии были из Украины. А сейчас, спустя 8 лет после начала агрессии Кремля, у украинцев еще и выветрилась та нерешительность в отношении войны с россиянами. Резюмирует Павел Бондаренко. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В свою очередь, военный эксперт, к слову, тоже из Луганска, сопредседатель общественной инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев, выделяет следующие причины военных неудач Украины в 2014 году. Расформирование самых боеспособных частей ВСУ при Януковиче, в первую очередь на восточном оперативном направлении, сведение армии до уровня паркетной. Причем не только при министре обороны Соломатине, но и при Гриценко. Это была тенденция последних довоенных лет. Ошибки планирования обороны, когда Россия вообще не рассматривалась в качестве потенциального противника. При Януковиче особенно активно продвигалась теза о едином народе и отсутствии угрозы со стороны Москвы. В это время в восточных областях нашей страны и без того слабые участки украинско-российской границы и прилегающая территория были фактически демилитаризованы. Воровство и распродажа имущества украинской армии. В предвоенные годы при Министерстве обороны был даже создан специальный отдел по продаже избыточного имущества. Это при том, что одновременно наблюдалось тотальное недофинансирование ВСУ. Недоукомплектация вооруженных сил и отсутствие новых, более современных видов вооружения. Накануне войны у нашей армии не было ни надлежащего реформирования, ни военной стратегии как таковой. В так называемый постмайданный период к управлению армией пришли непрофессионалы по линии партийного квотирования. Например, Тенюх, ВО «Свобода». Человек, абсолютно не разбиравшийся в военной инфраструктуре, совершивший несколько грубых ошибок, позволивших российским оккупационным войскам аннексировать Крым, отмечает Снегирев. В начале активной фазы военных действий на востоке Украины в 2014 году у многих украинских военных было отсутствие четкого понимания приказов. Как из-за отсутствия доверия к новой власти, так и по причине «мы же братья». Поскольку война была названа не войной, а антитеррористической операцией, управление войсками осуществлялось не Министерством обороны, а Службой безопасности Украины. Это было ключевой ошибкой. Боевые действия должны вести военные, а не чекисты. Управление войсками было отдано в руки непрофессионалов. Кроме того, известно, что среди сотрудников СБУ было большое количество российских агентов, а также просто предателей, перешедших на сторону РФ весной 2014 года. В качестве примера можно привести главаря ЛНР Пасечника или известного министра госбезопасности ДНР Ходаковского. Это бывшие офицеры СБУ. Безусловно, не все из этой службы предали страну. И, кстати, одними из первых жертв боевых действий со стороны украинских силовиков стали именно оставшиеся верными сотрудники СБУ. Они выдвинулись в Славянск на зачистку города от боевиков, которыми командовал тогда Гиркин, и попали в засаду, организованную их же коллегами, вспоминает эксперт. Он отмечает, что также было много перебежчиков и среди сотрудников МВД Украины. Также были те, кто создал видимость, что верен Украине, после оккупации части Донбасса переехал на подконтрольную Киеву территорию, но при этом сливал данные о передвижении украинских войск врагу. Не обязательно быть военным, чтобы понимать, насколько во время войны может переломить ход боя утечка информации. Таких примеров, к сожалению, очень много. И даже сейчас, по состоянию на июнь текущего года, выявлено более 200 случаев среди сотрудников правоохранительных органов в Луганской области, подчеркивает Снегирев. Так что же все-таки изменилось сейчас? В чем главное отличие Украины 2022 года от Украины 2014? Во-первых, украинские военные приобрели боевой опыт. Не только отечественные и западные, но и российские специалисты признают, что ВСУ образца 2022 года и то, что было в 2014, это две большие разницы, и сейчас наша армия стала намного сильнее. Сформировалась целая плеяда командиров, принимавших участие в боевых действиях. Это уже не те паркетные генералы, наследие времен Януковича. Второе. Несмотря на упущенное время, за эти
8 лет в Украине все же осуществлялось реформирование вооруженных сил, произошло перевооружение, расширилась материально-техническая база. Россияне, кстати, не случайно завязли на востоке Украины, там, где создана глубоко эшелонированная оборона, отмечает Дмитрий Снегирев. Также, по мнению эксперта, к руководству страны постепенно пришло понимание, что вооруженные силы – это становой хребет страны, выступающий гарантом ее территориальной целостности. Изменились как военные, так и гражданские украинцы. За эти годы сформировалась нация. Помните 2014 год, когда подстрекаемые российскими диверсантами жители некоторых населенных пунктов блокировали украинские колонны? Сейчас об этом даже речи не идет. Наоборот, в некоторых городах местное население создает препятствия как раз российским оккупантам. Это потому, что за годы войны на смену иллюзий о «братском» в кавычках народе пришло осознание того факта, что РФ является агрессором, поставившим цель уничтожения Украины и ее граждан. И, конечно же, выросла мотивация противостоять врагу, подчеркивает Дмитрий Снегирев. Скорее всего, заявления о взятии Украины за 3-4 дня звучали для устрашения. Путин понимал, что за столь короткое время оккупировать Украину не получится. На наш взгляд, российский вождь рассчитывал оккупировать хотя бы левобережную часть Украины, причем обязательно вместе с Киевом, за 3 месяца. И вот они давно прошли. Но события, несмотря на захват некоторых новых территорий, развернулись не по кремлевскому сценарию. И первыми, кто этот сценарий сломал, были украинские воины, а также местное население Украины. Городов, которая встретила россиян не с цветами, а с желто-голубыми флагами и призывами отправляться вслед за русским военным кораблем. Стоит также обратить внимание, что принцип ведения войн в последние годы в одних аспектах остался прежним, а в других принципиально поменялся. По-прежнему остается важнейшим господство в воздухе. Добиться этого – главная цель начала любой войны и весомая заявка на победу. Для осуществления данной цели нужно обезвредить авиацию противоборствующей стороны, а также подавить его наземную систему ПВО. Изначально страна-агрессор значительно превосходила украинскую авиацию и противовоздушную оборону. Однако у России, несмотря на подлую путинскую тактику «бей первым и из-под тишка», так и не получилось полностью подавить украинскую противовоздушку. ВСУ позбивали множество российских птичек, и теперь авиация противника действует в основном в прифронтовой зоне. И, конечно же, говоря о воздухе, нельзя не отметить важность беспилотных летательных аппаратов, которые просто ворвались в военную историю и для результатов многих боев стали просто определяющим фактором. Еще в 2014 году боевые действия на востоке Украины заставили военных пересмотреть стратегию и тактику ведения боя. И хотя для фланговых прорывов с замыканием котлов все равно была необходима бронетехника, артиллерия довольно быстро принялась отодвигать ее на второй план. В полномасштабной же войне 2022 года доминирование артиллерии проявилось еще ярче, и сгоревшие российские танки на украинской земле стали уже одним из мемов новых сражений. Тяжелая бронетехника довольно легко выпиливается легким противотанковым оружием. И здесь, помимо украинских разработок, таких как «Стугна», весомый вклад внесли западные партнеры, поставившие «Джавелины», «Энлав» и другие виды артиллерийского оружия. И, конечно, нельзя не отметить его величество интернет, разведку и средства радиоэлектронной борьбы. Хай-тек с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Новейшие технологии значительно усиливают мощь любой армии, руководство которой понимает их важнейшее значение в современном мире. Перехваты разговоров, взлом почты, хакерские атаки, спутниковые снимки – это далеко не полный перечень средств, позволяющий сейчас следить за намерениями и передвижениями противника. По этим показателям у Украины и России пока паритет. Причем желто-голубым активно помогают цивилизованные страны, а бело-сине-красные, теряя все больше уважения и партнеров, постепенно формируют вокруг себя уже не просто железный, а железобетонный занавес. События 2014-2022 годов многому научили украинцев, избавив от колоссального количества заблуждений.
Война унесла много жизней. Среди них лучшие представители украинской нации. Они заплатили своей кровью, чтобы Украина осталась на политической карте мира, чтобы бесчеловечные планы Путина были сломаны. Украинцы видят и ценят помощь Польши, Великобритании, США и многих других стран, которые хочется перечислить, но это будет очень длинный список. И это радует. Украинцы объединили цивилизованный мир в противостоянии путинскому режиму. Впереди еще долгие месяцы, а возможно и годы войны, борьбы за свободу и независимость. Но в 2022 году Украину стали уважать. Теперь она выглядит в глазах мирового сообщества нации, которая держит удар и может дать сдачи. И главное, защищает от врагов не только себя, но и другие страны мира, в первую очередь европейские. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы!